Всем привет-привет! Обещал я одному из своих подписчиков на стриме сделать обзор на эту игру. Давайте посмотрим, что она себе представляет. Устраивайтесь поудобнее, берите всякие вкусняшечки. Двери, окна на засов, чтобы никто и ничто не отвлекал от просмотра вас данного видео. Всем желаю приятного просмотра, аппетита или спокойной ночи. И не забывайте подписываться на канал, рекомендовать друзьям. И заходите в телеграм-канал, ссылочки будут в описании под видео. Но я все понимаю, а где музыка? Где русский язык? Музыки ничего, ни музыки, ни русского языка я не вижу. Строить. И... перезапустимся. Но по идее нам нужно проложить дорогу вот здесь вот. Ну а дальше? Ага. Ну, в принципе, чуть-чуть не так я сделал. Угу. Как это нам удалить? Я неправильно дорогу сделал. Угу. Отсюда надо. Блинский. Все просто. Мы возьмем сейчас все удалим. И заново построим. Угу. Но и чего? И что я тут должен сделать? Почему ничего не идет? Нет, я все прекрасно понимаю, что должно происходить. Должно вот отсюда я добываю что-то, и оно должно туда идти. Но почему оно это не делает? Что я не так... Ну-ка. И... отмена. Но почему-то ничего не идет. Очень странно. Очень странно и непонятно. Ну ладно. Смотрим дальше. Так, все это есть. Все это есть. Я не могу запустить. Я, получается, не запустил ее. Давайте удалим. Давайте еще раз построим. Ну, все правильно. Теперь в том направлении все действует. Почему оно не работает? Если оно работает, а где, куда доход идет? О, пошло дело. Что-то начало добывать. Угу. Так, это теперь понятно. Давайте строить дальше. Строим. И теперь строим дорогу вот тут.
Хотя надо было ее продлить чуть дальше. Ладно. Вроде бы разобрались. Все не так плохо и печально, как я думал. Вот реально, не все так плохо и печально. А в принципе, дальше не надо так сильно вести все. Опс, вот так сделаем. Не-не-не, зачем? Где музыка? Твою дивизию. Так, у нас что-то еще открылось? Угу. Ну, допустим, мы его ставим вот здесь. Ага. Десять штук. Он у меня их 10. Они отсюда должны вот сюда идти. То есть получается, по идее, удалить. А выхода у него нету. Так, стоп. Очень странно. А почему? Отмена. Ладно, давайте мы это здание удалим. Так, дорога. Вот так вот делай. Опять иди сюда. Давайте мы это здание построим. Или мы его тупо построить не можем? Ладненько. Или я, подождите, может быть, я неправильно что-то тут сделал? Вот так сделать надо? Но он не работает. Угу. Теперь сделали все. Теперь строим отсюда дорогу. По кривой траектории, ну... Ладно, хоть как-то. Сейчас посмотрим, что у нас дальше будет из этого получится. И...
Выплавляем мы железо, выплавляем слитки железа. Нет, мне никакой декор не нужен. Спасибо, конечно, за все это, но мне этот декор не нужен. Здесь другая проблема. Он не справляется. Так, я понял тебя. Я тебя понял. Вот это мы удаляем. Назад, чуть-чуть назад. Вот так вот. Хотя зачем сюда, если могу вот сюда сделать? Удалить. Но давайте здесь мы поровнее сделаем. Ну что это такое? Почему так коряво у меня все получилось? Потихонечку, помаленечку у нас что-то начало проясняться. Ну, что это, что с этим теперь делать? Мне нужно его построить. На паузе. Это, я так понимаю, типа складского помещения. Отлично, есть да и есть. Но мне надо посмотреть, где чего, сколько у меня сейчас, каких ресурсов. Статистика. Хорошо. 277,58. Отлично. Это мне как-то доход приносит? 1760. Да, это мне доход приносит. Ну ладно. Что с тобой делать? Что-то получается дальше. Он начал выплавлять. 10 за 1. Отлично. Ну. Что ты мне хочешь? Опачки, все, мы теперь это можем построить, этот завод. Ага. Угу. Строим его вот здесь. Так, удалить. Раз, два. Замечательно. Строим вот тут вот завод. Окей. И надо... Получается, показать дорогу, куда строить. Интересненько, интересненько. На первый взгляд было все хуже, чем я думал. Ладно. На самом-то деле, на первый взгляд было хуже, чем я думал. Есть. Есть контакт.
Нам нужно их 25. Обалдеть. Значит, мы вот здесь вот строим. Да стоп. Угу. Все очень... Ну, в принципе, стало понятно. Стало понятно, что мы чем сейчас занимаемся. В принципе, можно сейчас нам построить вот здесь вот. Раз. Два. Три. Хорошо, строим вот это здание. А я его не могу построить. Серьезно? Опа-на. Вот это нежданчик был. Но вот это кривые линии мне не нужны. Поровнее нельзя. Отлично. И мы вот... Ой-ой-ой-ой. Вот до сюда ведем. Отсюда нам нужно построить вот эту ерундистику. Хорошо. И указать, что ей нужно железо. Из этого железа выплавлять. Из него мы тогда, получается, дальше пойдем. Ну, где-то вот до сюда давайте. Опа-на. И отсюда мы будем вот эту строить, выплавлять. Угу. Отлично. Все. Процесс пошел. А ты работаешь? Дружочек, подожди-ка, ты работаешь? Или я не то построил? Стоп. Ё-моё. О, балбес. Я не то построил, не то поставил. Мне вот это нужно. Угу. Вот в том-то и дело, что я не то построил. Отлично. Так. Мы это открыли. Теперь. Доски, золото пошло. Что у нас открылось? Чтоб доски и золото. Да ничего. По факту. Либо вот здесь я могу изменить на вот это. Угу. Значит, нам нужно искать где дерево. А где деревья у нас? Вот здесь. А дерево вот оно. Вот оно дерево. Или это кирпич? Так, давайте смотреть, что из этого у нас получается. А я могу еще одну такую построить? Блин, не могу. Не могу. Давайте посмотрим, что он будет добывать.
строим дорогу. Блин, как-то тяжеловато. Вот реально, вот с этим было ж вроде попроще все. Да вроде денег у меня полно. А ну берись. Вот так вот. Что это у нас такое добывается? Ну, может быть, я коряво, друзья, начал все это строить. Мол, не может быть, а реально коряво, но все же. Так, все. Удалить. Да, удалить тебя. Раз. Два. Три. Раз, два, три. Жопу подотри. Угу. Три, четыре, пять. Подотри опять. Хо, ну, 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 ну. Сделали. И нам вот здесь еще надо. Смотрим. Это, наверное, золото, друзья. Это, наверное, золото. 100% скорее всего золото. Значит, мы отсюда берем вот эту и смотрим, что из этого получается. Угу. Реально получается золото. Отлично, отлично, золото есть. Из золота мы сразу давайте что-то выплавлять. Серьезно? Она будет это выплавлять? Ни хрена она не будет это выплавлять. Она просто слитки золота. Это дерево. Значит, это можно удалить, вот это вот. О, и вот это удалить. Смотрим нашу статистику. Подождите. Подождите, а что, серьезно? Она из... Ну-ка, ну-ка, еще раз. Да нет, она ничего из этого не делает. Реально ничего из этого не делает. Ладно, тогда нам нужно искать дерево. Где здесь дерево найти? Ну, знаете, что я скажу? Да, игра прикольная. Можно в нее позалипать, но самого главного нету. Музыки нету в ней. Музыки. Она есть, но ее нету. Вообще не понимаю. Она есть, но ее нету. Ну, как такое может быть? Подожди, а где мое? Я свою базу потерял? Как так? Вот она, моя база. Где леса? Где мне взять дерево? Ну никак. Ну никак. Ничего здесь такого нету.
Но вот с деревом я чего-то не понимаю. Давайте посмотрим еще раз. Так, здесь все понятно. Здесь все понятно. И вдруг откуда-то взялись. Опа-на. А где их брать? А где вот это брать? Оно типа само появляется со временем. Но как-то странно, непонятно, собственно. Да, минус один, несколько минусов. Нет русского языка и нету музыки. А так игра в целом прикольненькая и можно позалипать. Ну а на сегодня все. До новых встреч. Не грустите, не болейте. Всем пока-пока.